Напоминаю вам о том, что работа по созданию базы канала продолжается. Если вы хотите принять в этом участие, то соответствующие реквизиты вы любым из доступных вам способов можете увидеть в описании канала. Также, если вы не можете помочь материально, ну, то есть, кто сколько может, скажем так, то вы можете помочь каналу, если не будете пропускать рекламу, просматривать ее до конца и ставить лайки. Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Сегодня мы с вами поговорим еще раз о мотивации. Некоторые зрители задают мне этот вопрос, что не могут понять, какая мотивация у собаки. Она вроде вкусняшки жрет и на ласки откликается, и за игрушками бегает, поэтому определить не могут. Вот смотрите, у нас есть собака «Мой хвост» Акбар, есть у нас игрушки, есть у нас вкусняшки. Сейчас мы вот посмотрим. Акбар, ко мне иди. Хорошо, молодец. То есть смотрите, собака вкусняшки берет. Ко мне, ко мне, ко мне. Сидеть. Молодец, хорошо. Ай, браво. С охотным желанием берет. Сидеть. Лежать. Молодец, хорошо. То есть, казалось бы, пищевая, зоовитальная мотивация, да? Но сейчас произойдет волшебное преображение. Итак, сейчас мы с вами провели тест. Собака за вкусняшки, вот за вкусняшки. Он работает у нас, на. Ага. Вот это самое простое. То есть вот оно волшебное преображение. Вот она игрушка. Вот самая вкусная вкусняшка, какая только вот для Акбара существует. Он ее очень сильно любит. Смотрите. На. Акбар. На. На. Как вы думаете, какая у него мотивация? Вот такой определенный простой тест поможет вам определить предрасположенность к мотивации вашего животного. То есть еще раз. Вот она, на выбор вкусняшка, самая вкусная, какая только может быть. И вот она, игрушка. Молодец, хорошо. Так что определяйте мотивацию своей собаки, играйте именно на этом, потому что любое упражнение, любая команда делается, если собака захочет, она ее сделает. А для того, чтобы она захотела, вы должны знать свое животное, наблюдать за своим животным, развивать у нее эту способность к мотивации. То есть, если это зоовитальная мотивация, то есть работает собака на вкусняшке у вас, значит, вы должны немножко голодной собакой заниматься. То есть, перед завтраком, перед ужином, либо вообще, как это делаю я с собаками-пищевиками, я кормлю во время занятий животное. То есть вот 200 грамм, допустим, утрированно говорю, взвешиваю корма, которое на день положено животному. На завтрак даю минимальное количество, высыпая остальное в сумку. В течение дня мы занимаемся, я кормлю собаку. Потом на вечер, что у меня в сумке осталось, я высыпаю, собака ест. Вот. Либо это если у вас игровая, как у Акбара, вот видите, вот он принес сейчас мне это колечко, да, я, но это его решение поиграть, я это решение поддерживать не буду, я сделаю это позже, когда он заработает это, то вы выходите, естественно, чтобы собака справила свою нужду, то есть вышли на улицу погулять, собака справила у вас нужду, и после этого вы начали с ней заниматься. Но запомните еще вот одну такую немаловажную вещь, то, что любое решение, которое касается собаки, занятия, не занятия, кормления, все должно принадлежать именно вам, как вожаку, а не собаке. Вот конкретно животное принесло игрушку и просит меня, чтобы я поиграл. Если я сейчас начну играть, это значит, решение принадлежит собаке, я поддержу это решение. Ну, я делать это не буду. Вот я возьму игрушку и заставлю его сейчас, допустим... Хорошо, молодец. Заработать бросок этой игрушки. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Мы сегодня с вами поговорили о мотивациях, какие они бывают, и как уточнить, какая мотивация у вашей собаки. Заслужите доверие и уважение, и у вас все получится. Спасибо.